Алиса Вокс, которая ранее покинула состав группы «Ленинград», не планирует прекращать карьеру певицы. В настоящее время Алиса, известная благодаря хиту про лабутены, работает над созданием сольного альбома. В дальнейшем она планирует отправиться в тур по городам России. В ближайшее время станет известно о том, где будут организованы концерты. Певица будет и дальше продолжать выступать под псевдонимом Алиса Вокс. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!